нашей жизни очень мало ярких и интересных событий. Когда мы дышим полной грудью и наслаждаемся яркими эмоциями. Для многих людей именно таким событием стал фестиваль «Воздух». Далеко, как никогда, ближе только... Карелию всегда с очень теплым сердцем и радостным приезжаю. Я очень люблю этот регион. Это любимая моя природа. Все, кайф! Мне кажется, любое творчество, где есть какая-то мысль или какое-то личностное начало, это хорошо. Вот, а фестивали рок-музыки, это как раз-таки, я думаю, то и есть. Слышишь ли меня? У меня с воздухом связаны исключительно положительные впечатления. Было страшно иногда, словно холодно всегда. Да здравствуют фестивали под открытым небом. Это, как говорится, подзарядка наших батарей. Долгих лет жизни именно вот на этом месте. Отдельное спасибо спонсорам, которые поддерживают все это. Смотрите, как все благоустроено. Для детей вон горки сделаны, зона питания сделана. Очень хорошо, мне все нравится. И посещая эти фестивали «Воздух» постоянно, я же вижу отличия, как было раньше и насколько лучше стало сейчас. По-моему, это вообще единственное культурное событие у нас в городе. Такое по-настоящему культурное. Фестиваль «Воздух» – это очень нужная вещь. Это событие нашего карельского лета. Это объединяющая штука. Я здесь вижу много разных лиц. За месяц до фестиваля, с кем бы я там ни разговаривал, все говорили, мы, конечно, идем. Короче, «Воздух», всем привет, слушаем внимательно. Музыка начнется попозже слегка, потому что не поднята еще твоя рука. Мало-мало-мало-мало огня. Я хочу еще немного больше. Мало-мало. Я думаю, что о цифрах нет смысла говорить, потому что люди идут не на цифры, люди идут на эмоции. И я могу сказать только одно, что это все светило и звучало по-европейски качественно. Мы сделали такую картинку, которая может позавидовать любой европейский фестиваль. Очень хорошие глаза, хорошие молодые люди. Просто, я, честно говоря, даже не ожидал. Мы позавчера играли в Екатеринбурге на фестивале «Новый и старый рок». Здесь, я скажу так, помощнее будет. Хотя, в общем-то, помощнее будет гораздо просто. Фестиваль «Воздух» – это самое яркое, грандиозное и уникальное для нашего края событие. Я очень надеюсь, что в следующем году при такой же поддержке зрителей и волонтеров мы сможем поднять планку фестиваля еще выше, чтобы все знали о том, что такое уникальная Карелия с ее замечательной природой, добрыми, гостеприимными людьми, которые собираются один раз в год на 3 дня в особенном месте, и все это называется фестиваль «Воздух». Да здравствуют волонтеры этого фестиваля! Дорогие мои, это фестиваль «Воздух»! Прощай, это все, что останется. Воздух, воздух, воздух.